Всем привет, с вами Прия. Подготовка к 8.3 идет полным ходом, и, как мы прекрасно знаем, в обновлении 8.3 можно будет трансмогрифицировать легендарки. Я хочу быть уникальным воином ветки защита, и мне не хочется трансмогрифицировать громовую ярость. Да-да, вы не ослышались. Мне хочется бегать за трансмогрифицированным волониром. В принципе, это оружие собирается только лекарями, то есть теми классами, которые имеют при себе какую-либо хиловскую специализацию. Например, волонир могут собрать монахи, друиды, жрецы. Но видеть такое на варе, я думаю, будет весьма интересно. После нескольких походов в Ульдуар было собрано 30 осколков на друида и сделаны квесты для получения этой легендарной прекрасной пушечки. Как они были сделаны, можете увидеть. Так, ну меня сейчас выкинет, да? Теперь мы ждем оглушительный рев. Какой взгляд безумца? Зачем ты это делаешь? Успокойся. Давай оглушительный рев, и я пошел. Оглушительный рев через 5 секунд. Ну, я закинул. И что? Ну я кинул его ему. Алло. Окей, во время следующего кину, допустим. А, ну так все верно. Типа что, убить его просто, что ли? Блять, не говорите мне, что я квест запорол. Это же вообще фаново будет. А, нет, все верно. Хорошо. Так, и куда его сдавать теперь? К панельке, да, нужно прийти. Так, вестибюль. Типа в тот момент, когда на Йоксароне появляется дебаф, его уже можно килять, и в итоге в тайнике будет лежать нужные квесты там. Я думал, рядом с его трупом нужно лутать. Перекованный волонир. Так, ну что, волонир? Волонир. Все, 230 опыта еще даже отвалили. Классно. Легендарочка на друида собрана. Вот такая вот.